Духа, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Я сердечно поздравляю всех вас, возлюбленных братьев и сестер, с великим краеугольным праздником Благовещения Пресвятой Богородицы. I sincerely congratulate all of you on this cornerstone feast of the Church, the Annunciation of the Most Holy Theotokos. И особенно я хочу поздравить новокрещенного раба Божия Алексея с принятием великого таинства. Во время Великого Поста совсем недавно и его первое причастие в этот благодатный день. And in particular, I would like to congratulate the newly illumined servant of God, Алексей, who just a few days ago received the awesome mystery of baptism, holy chrismation, and today, for the first time in his life, on the feast day of the Annunciation, received the holy Body and Blood of Christ. Вот новокрещенный Алексей и все мы, дорогие братья и сестры, многому можем научиться от сегодняшнего праздника. The newly illumined Alexei and all of us can and should learn a lot from today's a spiritually rich feast day. В главном песнопении праздника Тропаре, который как бы выражает смысл, один из смыслов праздника, мы слышим такие слова: «Дней спасения нашего главизна». То есть сегодня начало нашего спасения. In the central hymn of today's feast, the Troparion, which expresses some of the main ideas of any given feast day, we hear the words, "Today is the fountainhead of our salvation," which means the beginning or the source of our salvation. И как Чем было положено начало нашего спасения? Но мы знаем, что ангел, архангел Гавриил явился Пресвятой Богородице и вступил с ней в короткий, совсем короткий диалог. And how did this the beginning of our salvation start? Well, we heard in today's gospel that the archangel appeared to the Mother of God and began a very, very short dialogue with her. Он сказал, «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты в женах». The angel came to her and said, «Blessed art thou among women, for the Lord is with you». И зачем он предсказал ей, что она родит сына, Бога, Второго лица Пресвятой Троицы. And then he went on to tell her that she would give birth to a son, God, the second person of the Holy Trinity. И как же реагировала на это Божья Матерь? Ну, во-первых, естественно, она задала ему ответный вопрос, как же так, если у меня нет мужа? And how did the Mother of God react to these words? She reacted in a very normal human way. She said, how can this be if I have no husband? И архангел сказал ей, что то, что родится от нее, от Духа Святого. And the angel told her that that which is to be born of her is from the Holy Spirit. And и вот в следующих словах мы находим начало
нашего спасения, начало положения нашего спасения, главизна нашего спасения. Серова Господня, да будет мне по слову Твоему. And in the next words which the Mother of God uttered, the very short, ending this short dialogue with the Archangel, she said, I am a handmaiden of God, be it as He wills. То есть она полностью доверилась Богу. Она смирилась, она посвятила всю свою жизнь Богу. И вот это смирение, это покорность, это мужество покориться воле Божией является началом нашего всечеловеческого спасения. And this desire to give herself over to God fully, completely, is the source of the beginning of mankind's salvation. И вот, дорогие братья и сестры, мне кажется, что если каждый из нас индивидуально будет стараться подражать этой покорности Божьей Матери, воле Божией, это будет началом и концом, альфой и омегой нашего личного спасения. Потому что без этого не может быть спасения. And I strongly feel that if we imitate the humility and total giving over to the will of God that the Mother of God had, this will be our individual, the beginning and ending of our individual salvation, dear brothers and sisters. Мы видим, что и Господь наш Иисус Христос, мы скоро об этом подробно будем слышать, как Он в Гефсиманском саду полностью покорился воле Своего Отца в Его первосвященнической молитве. Мы знаем, что Господь и в своей Нагорной проповеди, и как Он учил Своих апостолов, говорил, что главное в нашей молитве должно быть «Да будет воля Твоя». Не моя да будет, а Твоя будет, Господи. And soon we will hear in great detail in the prayer of Gethsemane, which the Lord will utter, that He too totally gave Himself over to His Heavenly Father. And this total giving over brought Him to the cross and gave us the holy resurrection, the trampling of death by death, and the glorious victory of resurrection. And this is a central theme of Christ's teaching in the Sermon on the Mount, and when He taught His apostles to recite the prayer, Our Father. The central part of this prayer is, Thy will be done on earth as it is in heaven. So this should become the central theme of our salvation. That which brought us the fountainhead of salvation in this feast, and that which will bring the ending of our own salvation, giving ourselves over to the will of God. И вот, дорогие братья и сестры, это желание покориться, смириться, чтобы исполнилась воля Божия в нашей жизни, приведет к нас к спасению. Да будем мы стараться хоть немножко подражать Божьей Матери и Господу нашему Иисусу Христу. И даже таким людям, далеким от Пресвятой Богородицы по своему совершенству, как святитель Тихон, патриарх московский, который 100 лет назад, когда гремели пушки над Кремлем, он покорился воле Божией. Он взял на свои плечи страшное бремя преследуемой, гонимой церкви. И благодаря его
покорности воли Божией спас Церковь от полного уничтожения. And also we should take as an example the example of Saint Tikhon, Patriarch of Moscow, who exactly 100 years ago was elected Patriarch and took upon himself the weight, the heavy weight of the most difficult cross of salvaging the Russian Orthodox Church in the face of most terrible travails and persecutions. And he too was victorious, because he too saved his church, albeit it became a small church, but he was still able to gather all the righteous people who trusted him and save the church. Because Saint Tikhon trusted in God and knew that if God's will be done, everything would be all right. May God bless you all, dear brothers and sisters, as we begin Passion Week. Tonight we will commemorate the enormous miracle of the rising of Lazarus. And tomorrow evening and Sunday, we will greet Christ as he enters into Jerusalem and begins his holy passion for our salvation's sake. Amen. Благословение Господне на вас, чтобы благодатью человеколюбием всегда и весной. Of his most pure mother, of the holy, glorious prophet, forerunner, and Baptist John, of our father among the saints.